Глава 5. Затерянный замок. Часть 2. Бесстрашной единорожке оказалось достаточно легко найти дорогу назад по коридорам туда, куда она приземлилась, оказавшись в этом месте. Ужасное зрелище, однако, предстало перед ее глазами, когда она обнаружила, что именно смягчило ее падение. Из прохода люка она приземлилась на кучу разнообразных неопознанных костей. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не сорваться и не упасть в обморок. Но теперь крошка совсем растерялась. Все тесные каменные проходы внизу выглядели совершенно одинаковыми, и они вели ее странными извилистыми путями. Она словно очутилась в огражденном каменном лабиринте. Здесь было очень холодно, а камни в стенах были грязными и испорченными временем. Однажды на школьной экскурсии Свете уже бывало в старинном дворце — это место, однако, не показывало никаких признаков ухода или содержания вообще. Чем больше она сворачивала за угол, чем больше однообразных переходов встречала, тем сильнее страх и отчаяние сжимали ее горло. Ее мордашка медленно нахмурилась, и в конце концов ей пришлось держать дрожь. Она поворачивала направо, налево, шла прямо, но в итоге оказывалось все в тех же грязных коридорах. Ей наружка понятия не имела приближается она к выходу или удаляется от него. Она уже начала сомневаться, есть ли вообще здесь выход. Свете ходила по коридорам вот уже 30 минут. Как ей виделось, это выглядело так, как будто она вернулась туда, откуда начала, и насколько знала, так оно и было. Чувство безнадежности росло, и именно в этот момент она решила полностью подавить малышку. Свете упал на задние копытца, и все ее черты поникли, как у тряпичной куклы. Она безвольно сидела, уставившись на холодно-каменный пол под собой, в мерцающем свете факела. Вот и он, сказал ящий голос. Это конец. Ты застрянешь здесь навсегда, и никогда не выберешься обратно. Она заскулила, стараясь не обращать внимания на голос, подозрительно похожий на ее собственный. Ты умрешь здесь внизу. «Нет — Нет! — застонала она. Послышалось несколько тихих всплесков, когда слезы упали на камень. Это было несправедливо, просто нечестно. Как это вообще могло произойти? Как она вообще оказалась в этом безумном мире? Что она сделала, чтобы заслужить те ужасные вещи, что произошли с ней, не говоря о тех ужасных вещах, которые произойдут, даже если ей удастся выбраться? Почему все должно было закончиться именно так? Почему она должна умереть в холодной подземной темнице? Рарити. Имя сестры слетело с дрожащих губ. Она начала задаваться вопросом, что же происходит в голове у ее старшей сестры. Она волновалась, или время как-то пошло наперекосяк, и то даже не заметила, что ее маленькая сестренка исчезла. Будет ли она плакать? Рарити никогда не плакала, если речь не шла о моде. Что такого сделала Рэрити, что такого сделала Рэрити, чтобы заслужить потерю младшей сестры? Свитти не могла отделаться от мысли, что больше никогда не увидит свою самую близкую пони. Это была болезненная, ядовитая мысль, и она не оставляла ее в покое. От нее у нее защемило сердце, и хотелось лечь и разрыдаться, одной только мысли об этом. Больше всего на свете Свиттибуль скучала по сестре и хотела вернуться домой. Она шмыгнула носом, когда снова навернулись слезы. А что насчет Эппл Bloom и Скутл? Как они с этим справятся? Свити знала, что она была одной из самых близких подруг для них обеих, и просто находясь рядом с ними, она вызывала огромные сияющие улыбки на их мордашках. Как они переживут ее потерю? Смогут ли они вообще с этим справиться? Будут ли они продолжать поиск Кьюти Марк? Внезапно около боли пронзила ее грудь. Свете поняла, что не только никогда не получит свою кьюти-марку, но никогда не узнает, какие метки появятся у ее подруг. Несколько всхлипов сорвалось с ее губ. Она не могла с этим справиться, это было уже слишком. Она не знала, как выбраться из этого темного холодного места, одинаковые и головокружительные проходы которого сводили с ума. Она на мгновение задумалась, не сойдет ли она с ума, а может быть уже сошла. Она лежала так несколько минут, плача от горя. Мысли о прежней жизни проносились в ее голове. Она видела лица стольких знакомых ей пони, которые вполне могли больше никогда ее не увидеть. Свете хотелось вернуться домой. Она жаждала увидеться с каждым из этих пони и сказать им, что с ней все в порядке. Ей хотелось обнять их и никогда не отпускать. Теперь же она дрожала в холодных подземельях, потерянная и, возможно, навсегда запертая в ловушке. Потом, однако, она подумала о Луне. Малышка начала задаваться вопросом, была ли Луна все еще там, наверху, пытаясь найти ее. Она торчала здесь уже довольно долго. Ей было интересно, сдалась ли Луна и не ушла ли совсем. Возможно, это было к лучшему, в конце концов. Луна вполне могла тратить свои усилия впустую. Но тут Свити кое-что вспомнила. Знакомые слова промелькнули в голове единорожки. «Вот что я тебе скажу. Если ты развеешь мои страхи, я буду развеивать твои. Хорошо звучит?» Луна сказала ей это всего пару дней назад. Свети отчетливо это помнила. Она помнила все, через что они прошли. Луна неустанно трудилась, чтобы найти для нее еду, когда она чуть не умерла. Луна уберегала ее от этих ужасных созданий. Принцесса даже бежала со Свети на спине, в то время как ее тело было искалечено, Эликорн была близка к смерти. Свити медленно поднялась на копытце, левитируя перед собой горящий факел. Она глубоко вздохнула, сглотнула и снова побежала вперед. Хотя ее маленькое тельце все еще дрожало, а слезы по-прежнему капли, на ее мордашке появилось решительное выражение. Она обещала уберечь Луну от страха. Она должна была держаться рядом с ней, чтобы они обе были в безопасности. Конечно, сейчас она находилась в большей беде и нуждалась в помощи Луны, но принцесса Нуждалась с ней так же сильно. Маленькая кобылка знала, что если Луна все еще там, она не может ее подвести. Луна сидела и тяжело дышала, глядя широко раскрытыми глазами на пол под собой. Ее челюсть безвольно отвисла. Сейчас она была такая же, как и принцесса ночи, бесполезной. Она обыскивала этот замок уже больше часа. Она ни разу не останавливалась, ее копыта не знали отдыха, а мозг напряженно работал. Каждый уголок, каждая щель были исследованы, каждая комната перевернута вверх дном. Аликорн использовала свою магию, чтобы надавить на каждый камень на каждой стене. И все же она не могла найти в путь подземелья. Ее глаза приобрели затравленные выражения. Она потерпела неудачу. Она обещала беречь маленькую кобылку обещала держать ее рядом и сделать все, что в ее силах, чтобы та осталась жива. В относительном смысле они не были разделены очень долго, но Луна уже начинала чувствовать себя безнадежно. Она прочесала весь замок сверху донизу, и единственный вход в подземелье, который она смогла найти, был тем, через который Свите провалился. Тот проход больше не открывался, как бы она ни старалась. Луна медленно покачала головой. Она знала, что не может просто так сдаться. Свети все еще была там, внизу. Крошка просто обязана была быть там. Луна скорее снесет этот замок до самого основания, чем откажется от маленькой кобылки. Она снова встала на копыта и сделала глубокий успокаивающий вдох. Свети были рассчитывал на нее, и потому ей нужно было сделать все возможное. Малютка потерялась где-то в катакомбах замка, и Луне просто необходимо было найти ее. Она вздрогнула, представив себе, как сильно могла быть напугана маленькая кобылка. Это была душераздирающая мысль — представить бедную пони совсем одну в темных пещерах, потерянную и испуганную. Потому Луна возобновила свои поиски. Где-то должно быть слабое место. Должен же быть какой-то путь вниз, даже если он хорошо сокрыт. Она знала, что должна найти его. Сейчас ничего не имело значения, кроме безопасности Свитибель. Она молилась за безопасность единорожки. Этот мир был опасен. И никогда невозможно предугадать, где беда появится в следующий раз. Луна хорошо это поняла. И это понимание подстегивало ее искать еще быстрее. За все время Свете добилась немного, но она старалась не позволить этому испортить ей настроение. Она продолжала твердить себе, что в конце концов Сколько бы времени это ни заняло, она повернет за угол и что-нибудь найдет. Проходы не могли быть совсем уж одинаковыми. Ее копытцы начали уставать, но она продолжала идти дальше. Хуже всего, однако, была низкая температура подземных переходов. В свете были было очень холодно, отчего малышка вся дрожала. Жар от факела немного согрел ее, но это было едва заметно на фоне стылого воздуха. Она не чувствовала кончиков своих копытиц а ушки горели от холода. Она испустила страдальческий вздох, продвигаясь вперед сквозь клубящуюся темноту. Ее встретили новые каменные коридоры. Она нахмурилась и остановилась на мгновение, раздумывая над своим следующим выбором. Она могла пойти налево, прямо или направо. Вздох разочарования сорвался с ее губ. Простонала она. Кобылка начала задаваться вопросом, где Луна и что она делает. Неужели принцесса сдалась? Может, она пошла дальше? Дрожь иного рода охватила ее. Неужели... Неужели Луна ушла? Свити покачала головой. Нет. Мы с Луной должны найти друг друга. Единорожка вновь подняла факел, держа его перед тремя проходами, что лежали перед ней. Как она и ожидала, он почти ничего не освещал за пределами ярда или около того. По правде говоря, она не имела ни малейшего понятия, какое направление выбрать. ушка свете дернулась, и она застыла на месте. она сосредоточилась и напрягла слух, пытаясь расслышать что-нибудь сквозь треск огня. было трудно различить звук, и она почти поверила, что вообще ничего не слышала. но потом она услышала его снова. он доносился из правого коридора. луна — неуверенно позвала она. Это был звук чьих-то шагов по каменному полу. Хотя поначалу она сомневалась, но когда подошла ближе, то поняла, что звуки издают другое живое существо. — Луна, это вы? — волнение Свити нарастало. Приблизившись к источнику звука, она начала понимать, что слышит сок от копыт. Ее сердечко бешено заколотилось, и она поспешила по коридору навстречу. Шум доносился из-за следующего поворота и малышка быстро побежала туда, желая снова увидеть свою спутницу. Свити чуть не выронила факел, внезапно остановившись и уставившись на существо перед собой. Ее рот открылся, а все тело застыло от ужаса. Она вздрогнула и попыталась убежать, но конечности отказывались слушаться. Малышка вся сжалась, когда существо повернулось к ней лицом, уставившись на нее пронзительными желтыми глазами. Но что же это было? В свете не было ни малейшего понятия, но она определенно знала, что оно до жути пугало ее. Оно передвигалось на четырех копытах. Его черная, как смоль, шерсть, была редкой и длиннее, чем у пони. У него не было ни грива, ни хвоста. Его передние ноги были больше и длиннее задних, что придавало ему неуклюжий сгорбленный вид. Ушей было не видно, а форма морды была необычной. Но эти светящиеся глаза, которые невозможно было не заметить, Буквально сверлили дыру в мозгу Свити. Монстр открыл пасть, обнажая блестящие клыки, и издал ужасный шипящий звук. Свити, наконец, завопила от ужаса, найдя в себе силы отодвинуться от этого ужасного, угрожающего существа, хоть он и не был очень большим, всего лишь немного выше ее. Он был невероятно пугающим и казался довольно опасным. Малышке перехватило дыхание. Что она будет делать? Луны рядом не было, что помочь ей отбиться, если он нападет на нее ей конец. Существо издало странный рычащий звук, который, казалось, исходил из глубины его горла. Свети затряслась на месте, пытаясь заставить свои ножки двигаться. Сердечко отбивало бешеный ритм в груди, и больше всего ей хотелось перепустить рысью, но она словно приросла к месту. Наконец существо перестало рычать глубоко вздохнула и открыла пасть. И тут Свети поняла, как именно был зажжен факел, который она левитировала. Испуганная кобылка неслась, спасая свою жизнь, а огнедышащее существо стремительно пустилось в погоню. А волос волосы на самом кончике ее гривы были достаточно убедительным аргументом, чтобы заставить ее копытца двигаться. Она едва могла сосредоточиться, чтобы удержать факел, когда бежала, спасая свою жизнь. Однако ей это как-то удалось, и она была вознаграждена способностью видеть, куда направляется. Но ей пришлось дорого за это заплатить. На то, чтобы удерживать факел, уходила почти вся ее магическая сила, не давая возможность использовать кинетические заклинания для защиты. Существо выпустило еще несколько огненных шаров, когда бросилось в погоню едва не задев малышку. Однако она чувствовала исходящий от них жар, когда они пролетали мимо. К этой минуте она уже вышла за границы паники. Она едва видела то, что находится перед ней. Все ее мысли были направлены исключительно на то, чтобы убежать от этой ужасной твари. Сзади раздался мерзкий виск, и Свити прижала ушки к голове. От его грубого голоса у нее мурашки побежали по коже, словно это было какое-то существо из юночных кошмаров. Каждый новый вздох причинял ей боль, когда она пустилась в галоп, но она едва это замечала. Ей просто нужно было бежать. Узкий зал наполнился эхом копыт, когда они оба бежали по извилистым запутанным коридорам. Пока что Свете не наткнулся ни на один тупик с тех пор, как обнаружила факел. Однако она беспокоилась, что удача скоро отвернется от нее. Внезапно пространство перед ней вспыхнуло ярким пламенем, заставив ее резко остановиться и закричать от ужаса. Огненный шар из пасти существа ударил в стену всего лишь в нескольких метрах от нее, взорвавшись ярко-оранжевым пламенем. Жар, охвативший ее, был невероятным, особенно по сравнению с постоянным холодом, который она чувствовала последние несколько дней. Она резко втянула воздух, только чтобы обжечь горло от жара огня. Енорушка с трудом встала на пытаясь отвернуться от стены и продолжить свой побег. Ее зрение было затуманено слезами, и она не могла дышать. Она взвизнула от боли, когда из ее хвоста вырвали довольно большой клок волос, после того, как копыта существа едва не прижала его. Ее тело отчаянно сигнализировало ей, говоря, что она должна остановиться. Но она знала, что это неправильно. Единорожка понимала, что должна была бежать. И она побежала. Воздух наполнился диким решительным криком. Ливень и щебня заполнил пространство, прежде чем упасть на пол. Непоколебимое лицо принцессы Луны, испачканное грязью и покрытое пятнами, смотрело на дыру, которую она начала проделывать в полу замка. Она задыхалась от напряжения, а затем снова зажгла свой рог. Несмотря на свою древность, каменный фундамент замка был заметно прочнее, чем она надеялась. Ей потребовалась вся ее магическая сила, чтобы прорваться сквозь него и добраться до подвала. Шерсть Луны была взлохмачена после мощных заклинаний, которые она применяла, чтобы сделать хотя бы вмятину в камни. И все же она не сдавалась. Пот струился по всему телу, и она тяжело дышала от приближающегося изнеможения. И спустив еще один крик, она послала очередное заклинание. Еще одна часть камня внизу поддалась, открывая за собой несколько дюймов. Аликорн сильно устала. Удар. Еще одно мощное заклинание было выпущено из рога. Теперь она, наверное, уже совсем близко. Катакомбы внизу должны были вскоре открыться ей. Если нет, она будет продолжать продвигаться, пока не найдет их. Принцесса закрыла глаза и тяжело задышала. Свити там, замурованы. Превзмогая кричащую боль в мышцах и пульсирующий ноющий рог, Луна, издав животный крик, метнула невероятно мощное заклинание в углубление, которое уже продела. Весь замок содрогнулся от силы удара, а луна продолжала держаться на трясущихся ногах. Когда пыль рассеялась и пространство перестало вращаться у нее перед глазами, она посмотрела в дыру. Как и прежде, ниже было еще больше камней. Она крепко зажмурилась. Усталый Аликорн хотел просто упасть и умереть. Ее грудь горела, а голова кружилась. Даже для нее самой было удивительно, что она все еще стоит на ногах. Насколько глубоки эти катакомбы! Комната закружилась перед глазами. Луна никогда еще не чувствовала, чтобы ее сердце билось так быстро, как сейчас. Она тонула в поту и задыхалась от пыли. Ей казалось, что она не может больше терпеть эту боль. Но она снова зажгла свой рог и продолжила работу. У Свите перехватило дыхание. Факел в воздухе перед ней заколебался, когда ее магия начала ослабевать. Копытца малышки нестерпимо болели, и часть ее шерсти была опылена там где несколько огненных шаров едва не задели ее. Эти места нестерпимо жгло, заставляя ее плакать, но она продолжала бежать вперед. Ее взгляд встречал все те же бесконечные коридоры. Она просто не могла найти выход, она была заперта здесь с этой тварью. Ее единственным преимуществом было то, что она была немного быстрее существа. Но необходимость постоянно останавливаться и выбирать направление замедляла ее. Но почему бы монстру просто не оставить ее в покое? Свити свернула за угол, чуть не упав и не уронив факел. Енорушка вздрогнула, когда огненный шар пролетел позади нее, прямо через то место, где она стояла всего несколько секунд назад. Она застонала от напряжения, заставляя себя выйти далеко за пределы своих возможностей, отчаянно пытаясь остаться в живых. Енорушка завернула за еще один угол, и на ее мордашке мгновенно отразился ужас. В конце концов, удача отвернулась от нее, и она зашла в тупик. Она попыталась резко остановиться, прежде чем удариться о стену, но ее копытцы зацепились за выступающий на полу камень, и она упала. Малышка вскрикнула, несколько раз больно ударившись о каменный пол, прежде чем перекатиться и остановиться у самой стены. Факел с грохотом свалился на пол, к счастью, продолжая гореть, и не потерял пламени, но оказался вне ее досягаемости. Взволнованная измученная кобылка с трудом уселась, прижавшись спиной к стене. Она смотрела сквозь освещенную огнем темноту широко раскрытыми от ужаса глазами. Через несколько секунд появились горящие желтые глаза ее преследователя, которые пристально смотрели на нее, когда оказалась совсем близко. Свити заскулила от страха и попыталась отступить еще дальше, как будто могла каким-то образом пройти сквозь стену. Странное копытное существо шагнуло в свет факела, уставившись на нее и оскалив клыки. Казалось, что хищник улыбается, медленно приближаясь к ней. Свети понимала, что эта тварь знала, что загнал ее в ловушку, и теперь просто играл с ней. Она заглотнула и опустила головку так, чтобы ее рог был направлен на существо. Так быстро, как только могла, она сотворила лучшее кинетическое заклинание, которое могла собрать. Воздух замерцал, и пламя факела заплясало, словно подхваченное ветром. Застегнутое врасплох существо приняло силу заклинания и было отброшено назад. Но в конце концов преследователь отлетел не так уж и далеко. Отряхнувшись после магического удара, хищник поднялся на ноги и спустя несколько секунд стоял на прежнем месте, теперь еще более свирепо глядя на нее. У Свитти почти не осталось энергии, не считая того, что она все еще была неопытным заклинателем. Она могла держать существо на расстоянии с помощью своего небольшого кинетического заклинания, но в подобной ситуации это было практически бесполезно. Несмотря на все трудности, она выстрелила в агрессора еще одним заклинанием. Ее сердечко упало, когда она увидела, как легко тварь уклонилась от него, полностью избежав попадания. Свети попыталась еще раз. Она не только вновь промахнулась, но и почувствовала себя опустошенной. В этом не было никаких сомнений. Существо поймало так ее в ловушку. Глаза метались по сторонам в поисках возможного пути отступления. Существо подошло еще ближе, с таким видом, словно вот, -вот набросится на нее. Оно было слишком быстрым. Если бы она попыталась обойти тварь, то бы перехватила ее и конец. Свити поймала себя на том, что смотрит поверх существа на безликий каменный потолок над ними. Не было спасительного пути наверх. Луна, вероятно, давно ушла. Она была заблокирована со всех шести сторон. И совершенно некуда бежать. У нее не оставалось выбора. Святи больмысленно мысленно вознесла молитву к небесам. Возможно, божественное вмешательство могло бы спасти ее. На данный момент это была ее единственная надежда. Пожалуйста, прошептала Свити дрожащим голосом, Лона. Зверь стоял всего в ярде от нее. Все в нескольких секундах от того, чтобы оборвать ее жизнь. Она уставилась на существо. Ее окаменевшие от ужаса глаза были прикованы к хищнику. Она бросила последний взгляд вверх, надеясь и молясь изо всех сил. Существо зарычало и пригнулось, готовясь нанести удар. Внезапно ее охватило неудержимое рыдание, и она в отчаянии закричала «Луна!». Существо выпустило яркий огненный шар. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Одинокая беззащитная кобылка сидела, съежившись в тупике в нескольких шагах от смерти. Никто не пришел ей на помощь. Ее жизнь на мгновение промелькнула перед глазами. Она стиснула зубы и ждала удара. Ее разум совершенно обезумел. Это было просто несправедливо. Почему все должно было так обернуться? Почему эта тварь должна была убить ее? «Оставь меня в покое!» Она почувствовала жар, но не более. Наступила пауза, пока Свити гадала, где же эта ужасная боль. Все еще дрожа, как осиновый лист, она открыла глаза и посмотрела на существо. Оно глазело на нее, но не двигалось. Нигде не было видно никакого огня, и уж точно не на ее теле. Что? Именно тогда она поняла, что ее рог был горячим. Хотя в мерцающем свете факела было трудно что-либо разглядеть, она поняла, что между ними что-то есть, что-то окружало ее. Существо зарычало и слегка фыркнуло, выпустив крошечный язычок пламени. Хищник лениво метнулся к ней, затем ударился о мерцающую стену, которая была вокруг нее, совершенно невидима. Свити продолжала смотреть на волшебный мерцающий барьер. Ее глаза начали танцевать от удивления. Заклинание щита. Барьер исчез, и ее рог перестал светиться. Свити пыталась отдышаться, пока существо угрожающее, смотрело на нее. Встав на копытца, она попыталась успокоиться — но злобные мерцающие глаза этой твари все еще заставляли ее дрожать. Только что прошел предсмертный опыт, но он был мимолетным. Внезапно из пасти твари вырвался еще один огненный шар. И сердечко пропустило удар, но затем единорожка сосредоточилась и попыталась повторить недавнее заклинание: Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Огненный шар рассеялся на светящемся щите, вызвав облегченную улыбку на мордашке свети. Она уже собиралась опустить щит, как вдруг второй огненный шар ударился в него, заставив ее вскрикнуть от удивления. Последовал еще один удар, и еще, и еще. Свитти оставалась на месте, когда вокруг нее разразилась какофония хаоса. Мерзкая тварь швыряла в нее столько огненных шаров, сколько могла, и каждый из них врезал свой крошечный щит. Хотя ее это вообще не задевало, она могла чувствовать каждый удар своим рогом. Ее ножки начали дрожать, она стиснула зубы. Крочная кобылка ахнула от ужаса, когда щит начал мерцать и исчезать. Жар от сильного огненного шторма вокруг нее продолжал нарастать. Она едва избежала смерти в течение нескольких коротких минут, но это было уже слишком. Жалкое защитное заклинание вроде ее не могло противостоять такому напору. Малышка застонала от напряжения и попыталась удержаться, но быстро проигрывала битву. Тлеющие угольки пробивали сквозь защиту и танцевали на ее шорске. Заклинание щита начало спадать. И тут у нее за спиной взорвался потолок. Когда ее заклинание полностью рассеялось, все пространство было заполнено густым пыльным облаком, а также громкими толчками крошащегося камня. Свети почувствовала, как мимо нее пролетели огненные шары, но они не нашли своей цели в сгустившемся тумане. Она громко закашлялась, а затем повернула мордашку к источнику хаоса. Когда пыль рассеялась, сквозь дыру в потолке показалось знакомое лицо. Она посмотрела на свете, а затем повернулась и взглянула на существо. Через несколько секунд малышка почувствовала, что ее окутывает телекинетическая магия. «Держись, Свити!» Еще один огненный шар пронесся мимо нее, когда она быстро поднялась в воздух. Малышка вскрикнула от шока и легкой боли, когда тут опалил кончик ее хвоста, но в остальном существо промахнулось. Ее швырнуло в дыру быстрее, чем она успела сообразить, и в следующий момент оказалась лежащей на земле среди кучи грязи и щебни. Не прошло и секунды, как из дыры вылетел огненный шар, едва не задев их обеих. Существо внизу рычало и шипело. Свете ни на секунду не усомнилось, что тварь способна выпрыгнуть через проем в относительно низком потолке катакомб. Когда еще один огненный шар пронесся мимо, очень большой камень поблизости окутался в густой синей аурой. Он двинулся по воздуху мучительно медленно, но вскоре оказался прямо над дырой. Аура исчезла, и камень рухнул вниз, полностью заткнув дыру. Затем наступила тишина. Впервые за несколько лихорадочных минут воцарилась почти полная тишина. Единственным звуком, который можно было услышать, было их тяжелое дыхание. Затем они повернулись и посмотрели друг на друга. На глазах у Бельны вернулись слезы. Луна! Свитибель! Две пони бросились навстречу друг другу, оказавшись в крепком, теплом объятии. Свити дрожала и всхлипывала, плотнее прижимаясь к старшей пони. Ее переполнили эмоции. Наконец, после пережитого ужаса, она снова почувствовала себя в безопасности. Луна тоже плакала. Она тихонько всхлипывала, прижимая к себе маленькую кобылку. Свити чувствовала, что большая пони дрожит так же сильно, как и она. Она чувствовала огромное облегчение в них обоих. Малышка хотела, чтобы этот момент никогда не заканчивался. «Я...» — икнула она. «Я думала, что мне конец...» Луна уткнулась с нее носом и крепко обняла. «Я думала, что потеряла тебя...» Свити шмыгнул носом. «Вы...» «Я так рада, что вы вернулись за мной...» «Конечно...» «Как я могла поступить иначе?» «Я не думала, что когда-нибудь увижу вас снова...» «Я была уверена, что умру там, внизу...» Луна потянула Свити назад, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза. Свити видела, как струйки слез стекают вниз, образуя маленькие ручейки на шерсти аликорна. В одной только облегченной улыбке Луны было столько тепла. — Я никогда не брошу тебя, — просто сказала она. — Я никогда не уйду без тебя, даже не думая об этом. Свити посмотрела на аликорна. Она всегда считала Луну кем-то царственным, гордым, могущественным кем-то лучшим, чем она, более важным, чем она и абсолютно непогрешимым. Но прямо здесь и сейчас она узнала лунную богиню гораздо лучше. У Луны были уязвимые места и чувства, как и у любого другого пони. Она быстро начала думать о ней не столько как о правительнице, сколько как о пони. — Мы вместе, свете были решительно сказал Луна. — Я не знаю, как, я не знаю, почему, но мы пройдем через это вместе и мы обе вернемся домой. Хорошо? Свити шмыгнул носом и кивнул. Она попыталась улыбнуться, но пережитое в катакомбах все еще было свежо в ее память. Когда снова потекли слезы, она ощутила странную смесь облегчения и страха и потянулась копытцами. Луна ответила и притянула ее к себе для еще одного крепкого объятия. Они молчали, прижавшись друг к другу, радуясь, что снова вместе. Все было кончено они снова встретились. Кошмар все еще витал вокруг них и по-прежнему был слишком реальным. Но это препятствие было преодолено. Свети знала, что, несмотря на все случившееся, они могут продолжить путь с высоко поднятой головой. Вместе они найдут дорогу домой.